погоди, сталкер. Ну что, для таких, дружище, у меня всегда есть кое-что интересное. Проходи, не задерживайся. Сталкер, защити мир от зоны. Вступи в долг. Хочешь знать правду о зоне? Представь себе, я тоже. Давай делиться информацией. Время дорого. Рассказывай. Что еще? Заинтересованным подходить в бар.
ищутся добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходить в бар. Внимание! Ищутся добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходить в бар. Заразу зоны. Вступи в долг. Помоги мирным людям. Опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг, помоги мирным людям.
свободные сталкеры, ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг, помоги мирным людям. Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где можно хорошо выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как подзаработать, подходите в бар «Сторинген». Мы всегда рады новым посетителям. Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью, идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг, помоги мирным людям. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны.
хозяюшки! Бывай! Оружие за спину! Бай! Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где можно хорошо выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как подзаработать, подходите в бар «Сторинген». Мы всегда рады новым посетителям. Проходи, не задерживайся. Тебе пригодится. Ну, отлично. Эх, вот если б всегда такая рука была. Если прикинуть, точно. 3-4 таких похода как вчера. Да если б еще хабар не помните, все. Завязываю с зоной нафиг. Вот такое, знает кто? Встречает сталкера своего старого друга, а тут понятный весь, без газа подкладки.